Здравствуйте. Представляем вашему вниманию обзор двигателя для автомобиля Renault Duster 2011 года выпуска. К9К J898, рядный четырехцилиндровый турбодизель, объем 1,5 литра и 8 клапанов, мощность 110 лошадиных сил и 240 ньютон-метров крутящего момента. Производим замер компрессии, первый цилиндр. Двадцать килограмм. Второй цилиндр. 20 килограмм. Третий цилиндр. 20 килограмм. Четвертый цилиндр. 20 килограмм. После осмотра двигатель маркируется термопломбой. Перед размещением на склад производится консервация. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Наши специалисты в кратчайшие сроки помогут вам с подбором двигателя, запасных частей и расходных материалов. А квалифицированные механики произведут быструю и качественную установку агрегата на ваш автомобиль. Также на станции Лидово производится ремонт и возможность регулировки развала исходимости осей малотоннажного и грузового транспорта. Наш телефон 703 15 15.